Мы бы потратили ее на жизнь, потому что пенсионеры сегодня, а это вот речь идет о людях старшего возраста, любая доплата и любая помощь, вакцинация, не вакцинация, но в данном случае, если бы, ну мы вакцинированы, но если бы нам там предложили эти 1000 гривен, естественно, мы бы потратили на жизнь, потому что на ту пенсию, которую сегодня получает масса людей в Украине, прожить физически невозможно. Пошла бы в театр. А почему именно в театр? Ну, потому что давно не было в театре, все закрыто. А сейчас уже открывают, но очень дорогие билеты. Очень дорогие билеты начинаются даже на любой спектакль от 800 гривен и до 2000. Поэтому пенсионерам это не под силу сейчас ходить в театры. Поэтому театр. Я вообще считаю, что это очень странное решение. Таким образом как-то... Ну, не знаю, какая-то спекуляция на этом фоне. Не знаю. Я не считаю, что мне вообще нужны эти деньги. Я не считаю, что людям нужны эти деньги. Это даже издевательство, даже над теми пожилыми людьми и так далее. В общем, мы считаем, что если люди вакцинируются, то они должны вакцинироваться самостоятельно и без материальной выгоды для этого. А бюджетные деньги надо распределять на что-то другое. Так они не дают эту 1000 гривен. Эту 1000 гривен можно потратить на музеи, кино и тому подобное. Они же их не дают. Вы что, не в курсе? То есть они как бы дали и как бы не дали. На музее вот так вот.